Привет, привет, мои яхонтовые! Вновь я вышла на прогулку. Уж больно наскучило мне дома сидеть. А иду я в парк городской. Слыхала, что там каток заливают. Вот решила сходить и прокатнуться. А то что же, кикимора каждый день инстаграм истории выкладывает, как она на коньках наяривает. А я чем хуже? Наконец-то я пришла. Вот он, родимый. Стоит во всей красе. А заснежило-то, завьюжило-то. Только недавно все зелено было. Ну что ж, пошла я. О, красотища-то какая, а! И ребятки уже с самого утра катаются. А мамоньки, коньки-то я дом забыла. Ну ничего, я ж волшебница, сейчас наколдую. Аж две наколдовала, ну прям на выбор. Вот эти возьму красненькие, я ж девушка. Сынок, иди-ка сюда. Помоги бабушке. Идем, идем. А мамоньки. Ой, спасибо вам, сынки. Помогли бабуле. А теперь вот так вот. И поехали кататься меня учить. Ага. Раз, два, три. А мамоньки. Ой, спасибо вам, сынки. Помогли бабуле. А теперь вот так вот. И поехали кататься меня учить. Ага. Теперь ноги поставьте вплоть пошире. Руки согните за спиной. Направо и налево, потом опять вперед. Направо и налево, и все наоборот. Налево и направо, обычные слова. Кружится, 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 кружится голова. Я же все-таки журналистка, мне же положено интервью брать. А вот у ребятки-то я его и возьму. Ты красавица. Ну скажи, как тебя звать величать? Юлин, какой красивый. Юлин, ты мне скажи, ты елочку к Новому году нарядила? Нарядила? Ну молодец, солнце мое, катайся. Я потом тебя в гости загляну, вместе на елочку посмотрим. Поехали дальше. Мальчишки! Направо и налево, и все наоборот. Налево и направо, обычные слова. Здравствуй, сынок. Здрасте. Как тебя зовут? Артем. Артем, имя красиво какое. Скажи, Артемушка, какие виды спорта зимние знаешь? Хоккей, фигурное катание. Лыжи. О, смотри. Бобслей, спорт такой. Вот такой. Бобслей, да, молодец. Молодец, Артемушка. Вот не пропадешь. Ну ладно, сынок, катайся дальше. Тебя Дед Мороз выучил? Нет пока. Нет пока, давай вместе учить. Я тебе сейчас буду диктовать, а ты запоминай. Давай, я говорю, ты повторяй. По сугробам напрямик. По сугробам напрямик. Шел по лесу снеговик. Шел по лесу снеговик. А в руке его была? А в руке его была? Ни ведерка, ни метла. Ни ведерко, ни метла. Не плитка шоколадная, а елочка нарядная. Не плитка шоколадная, а елочка нарядная. Молодец, пять. Лера. Лера, Лерочка. Лерочка, скажи мне, как каникулы будешь проводить?
Пока не знаю. Пока не знаешь? У меня тут этот самый знакомый есть, Леший. Он сейчас самки мастерит большие. Приходи к нам, в лес кататься будем. Ага. Хорошо. Хорошо. Вот, уже втроем, всяко веселее. Ой, а мне ж по традиции-то селфи с ребятками сделать надо. Ребятушки, идите сюда, фоточка будет. Так. Ладно, все достаем. Давайте, фиксиков все смотрели, как они там это самое. Тедыч! Опа! Ой, я видео снимаю, погодите, теперь я видео снимаю, оказывается. Ой, уморили, ребятки, бабушку. Ну, зато накатался я вдоволь. И кикимори нос утерла, а то будет, знать, как хвастаться. И нонче я покаталась в городском парке, но хочу сказать, что в каждом микрорайоне города открыт каток. Практически в каждом селе есть свой каток. Например, в Нижней Чернавке хоккеисты уже вовсю катаются на коньках и играют. Ну все, мои хорошие, пока-пока, до скорых встреч!